Привет, Ярик. Эй. Пожалуйста, выключи свет, я хочу тебя удивить. Свет? Без проблем. Смотри, это я нарисовал сам. Класс! Слушай, ну то, что картина светится, я не удивлен. Это обычные люминесцентные краски. Но вот то, что ты сделал это сам, это круто. Да, я тщательно рисовала ее по номерам. А ты не заметил, что твоя картина сначала светится ярко, а потом как будто бы гаснет? Ну да. Я почитал про люминесцентные краски. В их составе особый порошок, люминофор. Он поглощает световую энергию, и за счет этого картина и светится. Ладно, а как ты думаешь, сколько времени понадобится твоему шедевру, чтобы полностью зарядиться? Даже не знаю. Наверное, чем больше ты будешь ее заряжать, тем дольше она будет светить. Нет, это так не работает. Это все равно, что взять смартфон, заряжать его 2 дня, а потом ходить месяц. Эх, очень бы хотелось. Смотри, но мы можем сделать вещество, которое будет гореть без подзарядки всегда. Я думал, ты про чудо зарядку для смартфона. Я покажу тебе кристалл, который я вырастил с помощью светящегося вещества. А выключи, пожалуйста, свет снова. Так, теперь смотри. Видишь? Действительно светится. По-другому. Да, потому что это не люминесцентное, как на твоей картине, а флуоресцентное свечение. Какие сложные слова. А в чем разница? Люминесценты заряжаются от источника света и потом горят в темноте. А флуоресценты горят всегда. Только не сами по себе, а под действием ультрафиолетовых лучей. Ты наверняка видел такие в цирке или на концертах. Точно, от них белые майки светятся и зубы в темноте. Включить ультрафиолет. О, у тебя майка светится. У тебя тоже светится. Улыбнись. А зубы у меня светятся? Да, а у меня? И у тебя светятся. Я вот только думаю, как мне теперь кристалл носить? На шее неудобно. Получается, я его зря выращивал, что ли? А что значит выращивал? Это же не помидоры какие-то. О, это было очень долго. А как долго? О, 4 месяца. Но я покажу, как я это делал. Смотри, я взял обычный стакан и налил туда 100 миллилитров воды. Вот так. Ага. Далее я взял маркер, достал из него вот такой стержень, который содержит краску. Далее я просто выжал его в стакан с водой. Вот так. Посмотри, видишь? Угу. Вода окрасилась. Прикольно. Да, можно выжать его посильнее. Дальше нам нужно добавить сюда лимонную кислоту. Нам нужно взять 160 грамм. Поэтому мы берем мерный стакан, включаем весы и добавляем лимонную кислоту. Вот так. Следи, когда там будет 160. Давай еще. Вот уже почти. Стоп. Мы берем лимонную кислоту, просто помещаем в дистиллированную воду с нашим красителем. Вот так. И все тщательно перемешиваем. Перемешиваем эту смесь и оставляем ее на неделю. На дне будут образовываться кристаллы, как здесь. Вот. Из этих кристаллов нужно выбрать тот, который понравится больше всего, и подвесить вот такую конструкцию. Мне кажется, это было самым трудным. Да, это было непросто выбрать любимый кристалл. И очень долго. Это было бы гораздо быстрее, если бы вместо лимонной кислоты я использовал карбамид. А, это слово какое-то знакомое. Ты наверняка его слышал. Карбамид – это очень ценное азотное удобрение. Его используют весной во время посева зерна пшеницы, из которой делают булочки и хлеб. Формула карбамида – NH2CO. Из нее сразу видно, из чего производят карбамид. Из аммиака и диоксида углерода. Совершенно верно. Синтез происходит при высоком давлении и температуре. Почти понятно. Карбамид производят, например, в Башкирии, на предприятии «Газпром Нефтехим Салават». Видел бы ты этот завод, это целый город. Его площадь больше 1000 гектаров. Это почти в 60 раз больше Красной площади. Там построено сразу 3 завода. На газохимическом делают карбамид свыше 600 тысяч тонн в год. Только вдумайся, это как вес самого высокого небоскреба в Европе – Лахта-центра. Итак, давай теперь сделаем из карбамида кристаллы. Кристаллы или кораллы? А, вот узнаем. Смотри, первое, что мы сделаем, это возьмем вот эту тару и насыпем сюда 20 грамм карбамида. Нужно правильно отмерить. Так, ровно так, столько же. Аккуратно. Все. 21 получилось. Ну, ничего страшного. Итак, дальше мы добавляем сюда 20 миллиграмм воды. Обычная вода. Так, пока затея выглядит безопасно. Да, ну поджигать-то мы ничего не будем, правильно? Добавляем воды. Теперь мы должны добавить в нашу смесь
10 капель силикатного клея. Это для того, чтобы наш коралл был покрепче. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мне почему-то хочется добавить еще 11. Ты не против? Ну что, теперь можно покрасить наш раствор. Какие тебе краски больше нравятся? Мне нравится красный цвет. Отлично. Слушай, а давай сразу поставим на плиту, потому что мы все равно наш раствор будем разогревать. Давай. Чтобы побыстрее все смешалось. Давай, капай краску. Хорошо. Я поставил греться на двоечку, так что мы немножко подождем, пока наш раствор полностью станет одним целым. Слушай, пока я мешаю раствор, скомкай, пожалуйста, кусочек бумаги. Большой? Большой. И положи его в чашку Петри. Это будет каркас для нашего коралла. Так, вот такого достаточно? Думаю, да. Клади. Опс. Все, карбамид растаял, а значит, раствор готов. Теперь мы берем шприц, и нам нужно поместить этот раствор в чашку Петри. Угу. Так, аккуратненько. Вот, со всех сторон. Угу. Красный, неплохой цвет. Ну что ж, поздравляю, коллега. Готово? Ну вот, осталось подождать. А сколько ждать? Ждать часа 2-3. Но ты же меня знаешь, я, как всегда, все сделал заранее. Сейчас покажу, смотри. Вот, смотри, что получилось. Да, они такие красивые. Очень похожи на кораллы. Только растут гораздо быстрее. Знаешь, Ром, у меня есть ощущение, что я пропустил самое интересное. Дома повторю этот опыт и буду следить за процессом. Запиши все на видео и ускорь. Получится классный видос. Спасибо за идею. Ты же знаешь, у меня их много. Ну а вы, ребята, любите науку. Рекомендую повторить этот опыт дома. Всем пока. Всем пока.